Привет, друзья! Это программа «Эх, дороги» и я ее ведущий Максим Суханов. Ну что ж, продолжаем инспектировать наши удивительные, невероятные пермские дороги. Лето продолжается, работаем с удовольствием. Поехали! Я сейчас нахожусь на фактически пересечении улиц Лихвинская и Самаркандская. Спасибо нашему подписчику за то, что прислал о проблеме. И проблема здесь в киоске, который установили прямо около светофора. То есть получается, что если вы едете со стороны бульвара Гагарина, то вы просто-напросто можете не заметить, что горит зеленый цвет. Красный – видно. Зеленый, если вы подъезжаете к перекрестку, не видно. Кто дал разрешение, чтобы там стоял теперь вот этот вот красивый павильончик, не знаю, будем выяснять. Но факт любопытный. Конечно, тут есть на противоположной стороне дублирующий светофор, но еще бы его не было. Но если вы едете со стороны бульвара Гагарина, то он находится за трубами, и его еще поди разгляди, какой там свет. Ну, в общем, факт любопытный. И, конечно, с этим нужно разбираться. Потому что все-таки перекресток – это аварийное место. И когда вот такие вот павильончики у нас появляются, то, ну, мне, если честно, это непонятно. Давайте хоть посмотрим, что там продают. Тут продают торты. Ну, торт, конечно, это хорошо. Я понимаю, что, наверное, продавщица, которая сейчас там находится, она и вообще понятия не имеет, что здесь происходит, но мы попробуем разобраться. Скажите мне, как давно он у вас здесь стоит? Да неделю, может. Неделю. Как я и предполагал, продавщица вообще не в курсе, она наемный работник, но к ней действительно вообще никаких претензий быть не может. В общем, будем звонить. Начальники пока трубку брать не хотят. Но будем дозваниваться. Уважаемые автомобилисты, будьте бдительны и внимательны вот на этом перекрестке. Если вы едете со стороны бульвара Гагарина и замечаете, что светофор вообще никак не горит, это не означает, что он не работает. Просто-напросто, скорее всего, вы не видите зеленый сигнал светофора. Тут облегчает нам всем жизнь, что хотя бы красный видно. То, о чем я сейчас вам расскажу, друзья, на самом деле встретишь нечасто. Потому что, где я сейчас нахожусь, это тупиковая зона. Я стою в кустах, и, казалось бы, при чем здесь дороги? Но на самом деле все очень просто. Между домами 33А по улице Тургенева и 33D вот такой вот пятачок. И здесь же куча дорожного мусора. Конечно же, у всех возникает вопрос, а как, собственно, все это здесь оказалось? За камерой дом фактически новый. Да и за моей спиной дом строился относительно недавно. Все вокруг асфальтировалось. Ну и просто-напросто подрядчик, видимо, когда-то забыл убрать за собой, а потом все обнесли заборами. Друзья, не забываем подписываться на наш телеграм-канал, кто еще не, и обязательно участвовать в нашем конкурсе. Мы разыгрываем топливную карту на 1000 рублей. Подписывайтесь и выигрывайте. Ну и, конечно же, присылайте свои фото и видео, пишите о проблемных участках. Мы обязательно приедем, снимем, разберемся и поможем. Все на сегодня. Увидимся завтра. Пока.